Правительство Нижегородской области призывает жителей региона, оставшихся за рубежом, обратиться за помощью в российское посольство. Те, кто испытывает трудности с возвращением, должны связаться с посольством и специальным кризисным центром, который открыт как раз для решения подобных проблем. В круглосуточном режиме также работает горячая линия Ростуризма 8-499-678-1203. Также можно связаться с ситуационным центром по телефонам, который вы видите на своих экранах, а также через WhatsApp по номеру 8-985-0 46 52 97.